Следственный комитет возбудил уголовное дело после причинения тяжкого вреда здоровью детей. Напомню, что ранее в одной из школ Каспийска двое младшеклассников получили серьезные травмы во время игры с подростками. Школьники находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Мой ребенок лежит, и его лицо... То есть ногами бьют лицо, не лицо, вернее, снегом кидают в его лицо. И вот эту сломанную ногу, я-то не знала, что у него сломанная нога, он просто думал, лежит. Мальчик по сапогу стукает. Я увидела это, я даже не подумала, что это мой ребенок. Я просто крикнула, вы что делаете, вы сейчас убьете чужого ребенка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных в преступлении. Назначены необходимые судебные экспертизы. Прокуратура республики, в свою очередь, организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних и профилактики их правонарушений. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности несовершеннолетних. Прокуратура республики организована проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних и профилактике их правонарушений в связи с причинением телесных повреждений детям на территории школы в городе Каспийске.